Мягче, мягче, чтобы мягко было. Викочка, в центре, пожалуйста, сделай. Смотрим.
Thank you.
Я
Смотри, стой. Зачем ты его поднял? Он же большой, а ты можешь его поднять. Вот ты его взял, да? Перекрой ему. Толкни вниз. Или, например, сюда. Не толкни вниз. А ты хочешь взять и его поднять. Это что? Я смогу. Но ты сможешь, да, но взять, смотри. Ты физику учишь? Нет. А физику надо? Девятый класс? Да. Бакалавр? Да. Ну так. Нет. Нет. Не надо. Понимаете? Поэтому физику раз. Надо включать мозги во время борьбы. И тогда тебе легко будет там. Стойки сделать. Тогда пять не нужно, три подхода. Стойки, стойки. Развод.
Что такое ноги? А щитки купить? Не, а щитки купить. Ноги, чтобы не купить. Готовы? Приготовились? Стоп, Максик, убери гантели туда. Готов? Вика готова? Михаила готова? Ой, давай. Ой, Вика, как ты идешь на красиво. Готова? Да. Макс, прошу. Посмотри, как ребята стоят, толстут. Не боись. Готовы? Хаджиме? Все, кланяйся. Еще раз вам сам. Thank you.
Помнишь институт, не институт физкультуры, а на ботанике мы боролись? Не знаю, где мы боролись. На ботанике зал, помнишь, большой такой зал, и стеклянные эти, вот Макс там боролся, этот Кристиан боролся, когда Макс Кристиан на тройку боролись. А, ты да. Боролся, этот Александр Иванович. Да, проиграл в подсечку. Да. Там 10-30 часов по субботам, 11, 12, 13, 14, 15, 16 лет, значит, будут не сборы, а учебно-тренировочные схватки. У нас раньше центральный стадион, где был, там был зал, и приходили, и как бы близко все. Сейчас на ботанике. Большой зал. И мы там приходим, там есть и девочки, и мальчики. И по возрастам просто знакомитесь, и можно будет бороться. Пожалуйста, по 5 складок, по 10, сколько ходить. Кто как готов. И можно приходить туда, бороться по дзюдо. По самбо нет, потому что там федерация дзюдо, это их не зал. Значит, по дзюдо. Это будет не с этой субботы, не с этой субботы, но я завтра, послезавтра занят, у меня чемпионат республики по вольной борьбе, я видео делаю, фотографии, поэтому я буду занят. Следующая суббота, это у нас первенство республики, а вот следующую субботу, уже тогда, я даже спрошу, вот, и тогда мы уже можем ходить туда бороться. Конечно, я обязательно приду. То есть без меня, как бы, ученики должны быть с учителем. Мы посмотрим первый раз сюда поедем, а второй раз посмотрим, кому где как ближе. Я буду приезжать прямо туда, вы прямо туда, мы встречаемся, я забираю вас там мобильный, чтобы это. И все. И когда тренировка идет, мы там. Тренировка закончилась, значит мы проводили. То есть если человек 4 будет, например, с очка, это лет 60, где-то 15-20 лет собрать, такси и домой. Вот так. Да, Вика? Там будут чисто девочки, там можно с девочками побороться, познакомишься. У тебя будет только подружки. Все, девочки, все, до понедельника. До свидания. Так, здесь Андрюха. Андрюха и Макс, вы должны мне расписаться, я вам еще раз покажу, где что, когда. Наверное, вот почему, я вчера разговаривал со спортивного лицея, с тренером, и он тоже говорит, вот не знаю, выставлять, не выставлять. Я говорю, давай мы запишем, он тоже 100 килограмм. Я говорю, может они третье место разыграют? Будет там три человека, они разыграют второе, третье место. Первое будем так и быть, это кто там самый здоровый. Отдадим, а свои места заберем. Ну, я пошутил, конечно. Вот. И мы что сделаем? Посмотрим. Посмотрим, кто будет бороться. Единственное, что, Макс, ты еще не все принес. На следующей неделе мы должны и кимоно, чтобы у нас было, стартовый взнос был. В пятницу я освободил. В пятницу я освободил от урока. А ты борешься, знаешь, когда? Ты борешься в воскресенье. Вини. Вини. Это Доминик. Он борется. Он. Сыпота, Андрей. У него взвешивание, Андрей взвешивание Вини. Я буду с. Сейчас, папа, слушай. Вини. У Андрюха у тебя Вини. А борешься ты сыпота. Сейчас я тебе все скажу, когда и что. А ты взвешиваешься в субботу, борешься в воскресенье. А если борешься в воскресенье, значит, те, кто воскресенье, а те в понедельник будут в школу не идти. Они в пятницу не пойдут, а вы в понедельник. Да. Да. А кто пойдет еще со мной вместе? Пойдет в искусство, сырбу. Пойдет в сырбу, должен пастухов пойти, должен ты пойти. Кто там у нас еще есть? Алеша, вам звонил? Нет, Алеша.
объясняю. Это портится здоровье. Здоровье сейчас такие деньги стоят. У меня жена только зубы сделала, 50 тысяч было. Это целый год копили, чтобы только это самое. Значит, Макс, тебя... так, я выключу здесь, а то тут все, что я говорю.